Для меня этот фестиваль в Брно значимый, потому что я всегда здесь вижу много интересных гитаристов и много людей, связанных с гитарой, которые мне потом помогают как-то себя и реализовать, и в то же время они помогают мне найти новые направления в гитаре. Вот. В свое время я сделал летнюю гитарную академию. Это в чем-то было похоже на то, что делал Владислав Блаха еще в Рихнове. Вот. И это было здорово, оно продолжается, как бы эти традиции. Владислав Блаха и Лучано Тартарелли посещали мой фестиваль в городе Гомеле, и это было таким ярким событием. Владислав Блаха в этом году даже два раза был в Гомеле на фестивале «Ренессанс гитары», который проходит ежегодно в апреле, и на летней гитарной академии в Студеной Гуте, это Беларусь, возле Гомеля. Вот. И радует то, что есть такая как бы преемственность между двумя городами. То есть фестиваль проходит и в Брно, и фестиваль проходит в Гомеле, в Беларуси, тоже очень крупный. И ну, достаточно сказать, что на этом фестивале у нас собирается 153 гитариста. Это такой самый большой оркестр, это в Беларуси. И главный приз этого фестиваля – это тур по городам Беларуси. Неоднократно Владислав Блаха принимал участие и в другом конкурсе. Это конкурс композиторов, который я тоже делаю. То есть композиторы с разных стран присылают мне произведения. Вот композиторы. Вот здесь вот такие. Это композиторы. Здесь четыре категории. Две строчки, полстраницы, страница и дуэт. Дуэты на страницу. Вот. И радует то, что и Лучано Тартарелли, и Владислав Блаха были в жюри этого конкурса. Вот. И ну, это действительно какое-то движение для композиторов, пишущих для гитары. Также я сделал вот такую школу импровизации. Вот. Я преподаю в Минском университете культуры. Вот. Здесь именно пошагово сделано, когда ты начинаешь буквально с одной ноты, ты играешь одну ноту, здесь идут аккорды, и получается музыка. То есть очень легко, она с CD, то есть это целая школа такая. Вот. И вот одно из последних моих я написал такие дуэты «Учитель и ученик». Вот. Когда партия для ученика очень простая, то есть вот она, если посмотреть, а учитель играет как бы по одной нотке, получается дуэты. То есть видите, бас и мелодия все время отдельно, бас и мелодия все время отдельно. И очень легко считается, очень для учеников. Вот. И ну, могу смело сказать, что вот этот фестиваль, он вдохновляет на многие гитарные мои начинания. Меня радует то, что и Владислав Блаха, и Лучано Тартарелли меня поддерживают в каких-то начинаниях, всегда подсказывают, как в европейском, так сказать, сообществе, какие направления идут. То есть для меня это очень важно, и посещение вот этого фестиваля потом я рассказываю на своих лекциях, что вот такой фестиваль проходит в Брно с очень хорошими призами, с очень такой высоким уровнем исполнительства. Вот. Ну, желаю успеха этому фестивалю, успеха всем участникам этого фестиваля, жюри и, конечно же, Владиславу Блаха, который неутомимо уже много-много лет делает этот фестиваль.